Бостон надо фотографировать не на телефон, а на полароид, потому что именно здесь он был создан. Изобретатель Эдвин Лэнд учился в Гарварде. Университет, правда, не закончил, но зато подарил миру вот такую вот классную игрушку. В Бостоне, как нигде в Америке, наиболее ярко чувствуется слияние прошлого и будущего. Здесь началась история свободной Америки. Здесь же рождаются идеи, которые меняют жизни людей по всей стране. Полароид мог бы запросто стать символом города. Фотоаппарат из 20 века создаст ленту из красивых карточек не хуже любого инстаграм-аккаунта, дизайн которого, кстати, как раз и был взят у этой компании. Впрочем, Polaroid не единственное, в чем Бостон стал первым. Здесь началась американская революция. Под Бостоном раздались первые залпы войны за независимость. Это город-лидер с очень американским характером, но при этом Бостон сохранил свой европейский дух и здесь особенно ценит интеллект и непохожесть. Именно в Бостоне появились первый американский университет и первая газета, первая школа для слепых и первая муниципальная библиотека. Первая станция метро в Америке тоже была открыта здесь, еще в 19 веке, в 1897 году. Бостонское метро – самое старое метро в Америке, оно, впрочем, и видно. И называется оно, кстати, не метро, а Т, то есть транзит. В бостонском метро поезда сразу стали эксплуатироваться на электрической тяге, в то время как в Европе преимущественно использовали паровую. Метрополитен стал для горожан спасением. Город был переполнен каретами, которые создавали длинные пробки. Вот так вот выглядит билет в бостонское метро, называется «Чарли Тикет», и назвали его так в честь мальчика Чарли старой песни, который застрял в бостонском метро, потому что не мог оплатить проезд. Тогда мальчику не хватило 10 центов. А сегодня прокатиться в местной подземке стоит $2.75. Несмотря на свою насыщенную историю, Бостон очень молодой город. Треть населения – студенты. Их главное пристанище находится через реку в Кембридже, где вот уже много лет соревнуются два гиганта образования – Гарвард и MIT. У Марка Твена есть цитата, которая отлично характеризует Бостон. В Нью-Йорке люди интересуются твоими деньгами, в Филадельфии – твоим происхождением, но в Бостоне – твоими знаниями. Массачусетский технологический институт. Каждый год здесь зарождаются сотни инновационных продуктов и систем. Центр Рэй Марии Стата – один из самых интересных корпусов института. И не только благодаря своей архитектуре. Внутри здания находится лаборатория искусственного интеллекта. Здесь придумывают и создают самых разных роботов, всех форм и размеров. Команда лаборатории насчитывает более 600 сотрудников. Но главный человек здесь – профессор Даниэла Рус. Эти мини-роботы сделаны из колбасной оболочки. Они съедобные. Суть в том, что вы можете заморозить их в форме и размере таблетки, а потом проглотить. Такие роботы называются оригами. Их уникальность в том, что они полностью перевариваются в человеческом организме. То есть без вреда для человека могут проходить по пищеварительному тракту и доставлять туда лекарства. Возможно, в этом будущее хирургии. Представьте, что не надо будет проводить разрезание, снизится риск инфекции. Это же совершенно потрясающе. Но для этого нам надо пересмотреть свое отношение к роботам. В лаборатории искусственного интеллекта профессор Рус работает с 2008 года. В 2012 она стала ее директором. Таких, как Рус, в Америке называют self-made woman. Иммигрантка из Румынии получила образование в Корнельском университете, а затем добилась такого высокого статуса в одном из главных в мире технологических институтов, где обычно подобные должности достаются только мужчинам. Профессор Рус мечтает, чтобы роботы вошли в нашу ежедневную жизнь так же, как когда-то смартфоны. Но их она вовсе не идеализирует. Они умны, но не настолько, чтобы захватить мир. Скорость и точность – их преимущество, говорит Рус, а вот простые бытовые задачи им не под силу. Беспокоиться, что роботы оставляют нас без работы, все равно, что беспокоиться о перенаселении на Марс. Да, рано или поздно Марс будет перенаселен. Но это будет так не скоро, что даже невозможно себе этого представить. Профессор Рус занимается развитием мягких роботов. Они, в отличие от традиционных металлических, функционируют как мягкая мышца и могут легко адаптироваться к окружающей среде, пластично меняя свою форму, удлиняясь, сжимаясь и извиваясь.
Такие роботы способны поднимать груз в 1000 раз тяжелее собственного веса. Один из последних проектов РУС – рыбка Софи, на которую возложили ответственную задачу – изучить тайны подводного мира. Меня всегда интересовало, что же скрывается на дне океана. Когда я была маленькой, я обожала книги Жюля Верна и фильмы Жака Ива Кусто. Одна из моих любимых книг – «20 тысяч лье под водой». Сейчас я воплощаю в жизнь свои детские мечты. И это невероятно. Софи может находиться в воде около часа, как и человек с аквалангом, и опускаться на глубину до 18 метров. Она прекрасно имитирует настоящую рыбу, только вместо глаз у нее камера, а на голове микрофон. Они нужны, чтобы ученые могли отслеживать ее движение. Для тех, кто андроидов встречал разве что на экранах кинотеатров, лаборатории разработали специальную программу, с помощью которой можно легко создать, пусть и примитивного, но все же своего собственного робота. На компьютере вы рисуете вашего нового друга и решаете, из каких частей он будет состоять. Правда, раскрасить его в яркие краски, увы, пока нельзя. Я построила робота! И это заняло у тебя всего лишь 5 минут. После создания макета ваше творение распечатывается на 3D-принтере, и вуаля, новый робот готов. Даниэла Рус и ее команда – редкие счастливчики. Их лаборатория – это место, куда они приходят мечтать, искать вдохновение и творить. Совсем недалеко от MIT находится другое, пожалуй, самое знаменитое в стране учебное заведение – Гарвард. Первый университет США. Открылся он в 1636 году. Поступить в Гарвард почти невозможно. Конкурс 22 человека на место. В этом году было принято рекордное количество заявок – 42 749. Счастливчиков, перед которыми двери все же открылись, в первую очередь отправляют к памятнику Джона Гарварда. В университете его также называют памятником трех неправд, о которых, к слову, не знают даже сами бостонцы. Неправда номер один – это вовсе не Джон Гарвард, потому что изображение Гарварда, к сожалению, не сохранилось. В результате скульптор для модели использовал совсем другого человека. Вторая неправда. Гарвард был основан в 1636 году, а не в 1938, как это указано на памятнике. И, наконец, третья неправда. Джон Гарвард не основал университет, он здесь даже не учился. Учебному заведению Гарвард пожертвовал часть своего состояния. В знак благодарности университет решили назвать его именем. Ну а памятник трех неправд до сих пор для многих единственная возможность хоть как-то приобщиться к легендарному университету и запечатлеть этот момент на фотографии. Образ профессора из Гарварда тоже изменился за 3,5 века. Дэвид Эдвардс – ученый-инноватор. Он продолжает традицию бостонцев заглядывать в будущее. То, что сегодня нам кажется обычным, впервые появилось именно в Бостоне. Был сделан первый телефонный звонок, открылся первый полицейский участок, проведена первая успешная пересадка почки. Не менее революционные идеи рождаются и у Дэвида. Благодаря его многолетней работе скоро мы сможем питаться совсем по-иному. Мы едим слишком много. Мы едим неправильно. Поэтому наша задача – предоставить людям правильное питание с правильным ароматом и вкусом. Еду, которую не надо будет жевать. С ароматами и вкусами Дэвид экспериментирует давно. Он создавал и специальный гаджет, с помощью которого можно отправить ароматизированное сообщение на смартфон, и съедобные упаковки для еды. В Бостоне лабораторией для него служит ресторан Art Science Cafe. Здесь ученый объединил свою любовь к искусству и науке. Чем не Леонардо да Винчи наших дней? Этот ресторан не просто моя игрушка. Это место – мой дом. Я увлечен идеей создать пространство, где люди смогли бы играть в будущее и не бояться этого. В Art Science Cafe Дэвид разрабатывает вдыхаемое меню. Оно чище и полезнее, уверен профессор. Полностью переходить на воздушное питание люди не будут. В нем нет необходимых витаминов и питательных веществ. Да и насытиться такой едой нельзя. У Дэвида цель совсем другая – изменить наши привычки. Вместо того, чтобы съесть что-то лишнее или неправильное, вы просто будете вдыхать бескалорийное облако, вкус и аромат которого повторяют любимое лакомство, тем самым обманывая мозг.
Сейчас в таком виде в Art Science Cafe гостям подают напитки, поэтому барная стойка скорее напоминает химическую лабораторию. Воздушные коктейли на вкус получаются не менее яркими и насыщенными. Правда, бдительность терять из-за этого не стоит. Пьянящий эффект никто не отменял. Разносить напитки гостям помогает Гитта, робот, созданный итальянскими инженерами, построившими скутер Веспа. Гитта – полноправный член команды Дэвида. А чаевые ему оставлять надо? Да, это было бы смешно. Все свои идеи и мысли о нашем будущем и как сделать его лучше профессор Эдвардс собрал в книге «Создание значимых вещей», и этому посвящен его лекционный курс в Гарварде. Эта книга – итог моей 10-летней работы в лаборатории, взгляд на то, как стоит создавать вещи, которые будут вечными в этом невечном мире. Получит ли его идеи мировую популярность, он пока не знает. Провала боятся только неудачники, а для таких людей, как Дэвид, самый большой страх – это отсутствие шанса. Я часто представляю, как стою на краю скалы. Я должен сохранить равновесие, иначе упаду. Люди вроде меня любят такие ситуации, потому что у тебя либо получится, либо нет. Ты должен изобретать, ты должен делать открытие. Но лучшие идеи не приходят, когда все идеально и светит солнце. Они приходят, когда мечты сталкиваются с реальным миром. Менять настоящее и создавать будущее – лучшего места, чем Бостон, для этих целей не найти. Дэвид в этом абсолютно уверен. И никакие кремниевые долины его не переубедят. Изучить историю Бостона очень легко. Надо просто гулять по городу, следуя линии из красного кирпича. Называется она «Тропа свободы». Это исторический маршрут, вдоль которого располагаются все главные достопримечательности. Парк Бостон Коммон – старейший общественный парк США, открытый еще в 17 веке. Капитолий штата Массачусетс, церковь Парк-стрит и многие другие. Самое вкусное место на «Тропе свободы» – это городской рынок Квинси Маркет. Квинси Маркет построили в начале 19 века. Тогда это был один из крупнейших рынков в Америке. Сейчас его размеры так не впечатляют, но своей популярности он не утратил. В любой день недели с самого раннего утра Квинси Маркет забит людьми. Сюда приходят за завтраком, морепродуктами, но самое главное – за крем-супом из моллюсков, который американцы называют «клэм чаудер». Клэм чаудер продается в Бостоне везде, потому что он был придуман здесь, в Новой Англии. Он продается на улице, в ресторанах, в барах и на рынке. И, собственно, я сейчас и собираюсь попробовать. Бостонцы с гордостью заявляют, что правильный клэм чаудер можно приготовить только по их рецепту, то есть со сливками и без добавления томатов, как это делают в Нью-Йорке. Такой вариант супа жители Новой Англии и вовсе считают варварским. Так, клэм чаудер я пробую впервые. А здесь сливки, молоко, картошка, еще крекеры и, наконец, морские моллюски. Суп калорийный, жирный, горячий. Но это не остановит меня, чтобы его попробовать. Он вкусный. Cheers! Морепродуктов в штате Массачусетс всегда было в избытке, поэтому клэм чаудер стал самым доступным и питательным вариантом обеда для пилигримов. Квинси Маркет может показаться, что у вас все на виду, но главный старожил здесь находится в темном подвале. Бар Salty Dog вот уже 46 лет кормит Бостон морепродуктами. Его владелец Люк Привост. Люк продолжает дело своего отца, который как раз и открыл бар на территории рынка. Люк говорит, что именно в этих стенах он вырос и провел большую часть своей жизни. Каждое утро сюда привозят свежие морепродукты. Главным пунктом меню Люк называет устрицы и лобстер ролл. Вот, наконец-то, мне принесли лобстер-ролл. Нельзя приехать в Бостон и не попробовать этот сэндвич. И у Люка он самый правильный в городе, потому что тут только мясо лобстера. Они не добавляют ни майонез, ни какие-то другие соусы. Для целых поколений людей, которые жили здесь, главным источником питания были рыба и морепродукты. И я не думаю, что есть какое-то другое место на Земле, которое было бы лучше нас.
Проследить историю Бостона можно и другим способом, посещая многочисленные рестораны города. Так, самый старый действующий ресторан Америки находится именно в Бостоне. В 2003 году Union Oyster House получил статус национального исторического памятника США. За десертом же стоит отправиться в North End, район на севере Бостона, где как раз и началось формирование города. К 20 веку North End стал пристанищем итальянских иммигрантов, потомки которых живут здесь до сих пор. Кафе «Витория» – первое и самое старое кафе Бостона. Каждый день сюда приходит 91-летний сицилиец Антонио. В Бостоне он живет давно, но итальянского акцента не утратил. По-прежнему носит шляпу и уверенно выкрикивает «Чао, Белла». Что вы любите заказывать в этом кафе? Мне многого не надо, только кофе и черничный маффин. Этого вполне достаточно. Бостонские рестораны не только чтят историю своего города, но и не боятся первыми использовать новые технологии. Так, одно из лучших здешних заведений, ресторан «Культивар», может похвастаться органическими продуктами, которые выращивают в самом центре. А точнее, в контейнере, который рестораторы Америки и Европы заказывают у компании «Фрейд Фармс». «Фрейд Фармс» была основана в 2010 году. Ее основатель – Брэд Макнамара. Иногда спрашиваешь ребенка, откуда берется морковь, а он тебе отвечает – в супермаркете. Но как она оказалась в супермаркете? Ребенок ответит – ее привезли с морковной фабрики. Дети, которые знают, как и где выращивают продукты, которые видят, как семя превращаются в растения, такие дети в большинстве случаев питаются гораздо правильнее. Работа Брэда – наглядный пример того, что американский вклад в мировую кулинарию – это не только бургеры и хот-доги. Правильное питание он превратил в серьезный бизнес. Благодаря Фрейд Фармс выращивать свой собственный огород стало возможным для людей, живущих в совсем неблагоприятных для этого условиях. Как такая ферма работает, нам показал Джон Фридман, сооснователь компании. Привет! Заходи на ферму. Это и есть рабочее место. Здесь происходит все волшебство. Посев урожая, его сбор и пересадка. Система пошаговая. Сначала в контейнер помещается почва с семенами. Когда семена начинают прорастать, растения пересаживают на стены. Каждый день проверять огород не надо, почва удобряется автоматически. Владелец такой фермы может контролировать все процессы с помощью приложения FarmHand. То есть вы можете уехать на несколько недель и ни о чем не переживать. Воздух, свет – все это может произвести эффект на качество растений. Не только на внешний вид, но и на вкус и текстуру. Здесь, в одном месте, мы можем выращивать любой вид зелени. Листья салата, кейл, рукколу, мангольд, редис. Все они растут в одной среде, и именно мы регулируем климатические условия. Цена фермы – 80 тысяч долларов. Окупается она примерно за 2,5 года. В течение года в этих четырех стенах можно вырастить от 2 до 4 тонн продукции. За все время существования компании Брэд и Джон обрели клиентов в 36 американских штатах и 12 странах. Среди них брат Илона Маска – Кэмпбелл. Мы сидели в его ресторане в Чикаго. Я тогда не знал, какие у него планы. Но он мне объяснил, что ему нужна готовая платформа, которую можно поместить где угодно, и чтобы каждый человек смог почувствовать себя настоящим фермером. На земле Брэду Макнамаре, впрочем, как и Илону Маску, тесно. Здесь Фрейд Фармс уже зарекомендовали себя как успешный стартап. А вот разместить ферму на Марсе – это вызов, который они готовы принять. Главная проблема межгалактического путешествия – это провиант. Нельзя просто так взять и отправить еду в космос. «Марсианин» – классный фильм, но это пока не наша реальность. Переезжать куда-то из Бостона Брэд и Джон не собираются. Здесь есть все, что нам надо, говорят они. Вопрос о переезде для многих бостонцев совсем не актуален. Зачем уезжать из города, который каждый день можно открывать для себя с самых разных и неожиданных сторон? Причем культура, образование и технологии совсем не единственное, чем прославился Бостон.
Здесь было совершено идеальное ограбление, самое крупное в истории кражи в музее. Галереи Изабеллы Стюарт Гарденер. Ночью 18 марта 1990 года двое мужчин, переодетые в форму полицейских, пробрались в музей, украли 13 произведений искусств на сумму 500 миллионов долларов. Прошло много лет, но преступников до сих пор ищут. В Бостоне есть много музеев, но самый необычный – это музей плохого искусства. В музей попадают не только произведения бездарных художников, но и работы, за которые автору просто стало стыдно. Главный куратор музея Майкл Фрэнк к такому смешному искусству относится с удивительной серьезностью. Он говорит, что у сотрудников музея нет цели высмеять горе творцов. Они просто хотят дать художникам право на неудачу. Я не считаю плохое искусство противоположностью хорошему. Судить искусство и разделять его на плохое и хорошее мне совсем не интересно. Мне интересно коллекционировать работы, которые задумывались как произведения искусства. Но у художника что-то пошло не так. В галерее представлено около 30-40 работ. Всего в коллекции около 700 экспонатов, и она регулярно пополняется. Большая ее часть хранится у Майкла дома. Шедевры для музея он находит где угодно – и на мусорной свалке, и на блошиных рынках. Многие картины находят его сами. Майкл рассказывает, что посылки в музей приходят из самых разных стран мира. Благо, за все время своего существования с 1994 года популярности музей добился не меньше, чем другие художественные галереи города. Моя школьная учительница по рисованию всегда говорила, что я рисую хуже всех в классе. Но если бы я тогда знала, что есть такой музей, где выставляются вот такие вот картины, то я бы обязательно отправилась сюда свои работы. Выставки музея плохого искусства Майкл обновляет каждые несколько месяцев. Вход сюда свободный, поэтому прибыли от своей работы он не получает. Все исключительно из любви к искусству. Но не стоит думать, что такие картины не крадут. Еще как, говорит Майкл. Весь день находиться здесь он не может, а камер наблюдения в помещении нет. Этим порой пользуются злоумышленники. Были в истории музея и курьезные случаи, когда художники неожиданно для себя обнаруживали свои работы на стенах галереи. Один человек нашел картину в мусоре, долгое время хранил у себя, а потом подарил ее нам. Но потом автор этой картины увидел свою работу в нашем музее и попросил ее убрать. Оказалось, что это был профессиональный иллюстратор из DC Comics. Он решил, что это плохо бы сказалось на его карьере. Для тех же, кому терять нечего, оказаться в музее плохого искусства, возможно, единственный шанс стать лучшим, пусть и среди худших. А вообще, бостонцы не соревнуются за статус лучшего. Они и так знают, что второго такого города в Америке нет. А доказывать что-либо другим не более, чем суета. Это город для своих. Не в том смысле, что приезжих здесь не любят. Как раз наоборот, любят, но эту любовь надо заслужить. Если вы создаете роботов, открываете ресторан-лабораторию, придумываете стартапы, вырисовываете на тарелке гастрономическое полотно из свежих и органических продуктов или готовы пересмотреть свой взгляд на искусство и не бояться экспериментировать, а неудачи умеете превращать в целый музей. Даже если вы просто лучше других носите шляпу, тогда вы в Бостоне точно найдете свое призвание. See the butterfly fly. I feel brought.